Привет, мои хорошие. Ну что, бложик? Ой-ой-ой, что-то брови я сегодня, видите, темненько как-то намазала, так получилось. Ну, вроде не перебор, не знаю. Или губы надо было поярче намазать. Я неделю ровно не выходила, вообще трэш. В общем, я загнанный зверь. Ваяю. Я вот реально похожа на этого какого-то обезумевшего человека, который что-то там в своем мире находится. В общем, благодаря интернету. Вообще, представляете, интернет. Целый мир внутри. В общем, ладно, что я сегодня планирую делать? Кстати, сегодня перебрала с этим средством сверху, который после мытья. У меня там есть белорусский ламинирование 12 в одном. Я вам показывала как-то обзор на него. В общем, переборщила, я его прям наложила так много на руки и прям по всем волосам так долго сушились. И мне кажется, они еще такие какие-то непонятные, в общем-то, недосушенные. Ладно, сегодня у нас почта, фикс прайс, мега, на классику надо заехать, посмотреть там для малыша переноску, потому что мы собираемся в конце января, если все-все будет хорошо, но я взяла уже билеты, мы собираемся к папе, Вот, и да, мы очень-очень хотим скорее этой встречи. Так что мы готовимся вообще полностью, чтобы все это было быстро. Но мы на улице почти не будем находиться. Мы так все рассчитали, что мы, значит, нас привезли, сели в поезд, с поезда сразу нас встретили. И все. И мы дома уже. Так что все хорошо. Ну что, поехали, будет что-то интересненькое. Поделюсь. Выгнала машину из двора. Первое, чем хочу поделиться, что на улице ужасная погода. Слякоть чуть-чуть так. Ну, оно все тает, да, но все равно ручки у меня замерзли. Пристегиваемся. Это для тех, кто не пристегивается. Берегите себя. Вот, мы на классике, как я вам говорила, погода. Ужас. Ужас. Сейчас зайду в свой любимый магазин для новорожденных. Товары для новорожденных. Тут в одном месте. Мне там больше всего нравится. Я здесь покупала свою эту. Здрасте. Как ее? Стульчик. Стульчик покупала. Вот здесь. Много товаров. Здрасте. А скажите, есть у вас маечки какие-то для... Ой, детишек, да? Просто чисто маечки. И носочки также для маленьких совсем, 3 месяца. Вот они, коробочка. Ага. И еще хотела переноски посмотреть. Переноски или вот такие вот, знаете, штуки есть? Да. Не кенгуру, а вот они как-то вот так вот. Вот так вот. Объяснила. Пойду позырю. А вот нужно хлопчатые носочки, чтобы они были тоненькие. А, вот симпатичные. Мне нравятся вот эти. В общем, взяла я эту переноску. 1500 стоит. Но я прошла везде рядом, больше нигде таких нету. Везде кенгуру. А кенгуру мне дадут. Мои. Мой брат. И мне нужно. Вот. Ну, в общем, я взяла. Если вдруг не подойдет, я поменяю. Попросила. Мне же нужно померить все дела. Такие вот. Все, поехали в Мегу сейчас. Менять подарок подруге моей и в Ашан. За продуктами, за памперсами. Девушка, вы одна, да? Здрасте. Помните? Бракованная попалась. Там оторванный. Вот так, безобразник оторвал. Я пришла, главное, снимаю обзор, показываю все. Вот с другой стороны, смотрите, там такие петелечки. Я прям глазам своим не поверила, но, видимо, кто-то оторвал. Вот, раз и два. А у вас нет таких же, да? Есть такие же? Это же вообще клево. Просто она одна была, я чуть не открыла, не посмотрела даже. Сиськи не привезли? Ой, есть, розовенькая висит там. Ура! О, кстати, здесь тоже есть рукава. Рукава татуировки. Как в фикс-прайсе. А я взяла еще такую ручку. Сейчас приду я в этот, как его называют? На почту
И такая достану ручку и начну писать. Вот они все, обалдеют. А это четырехлистный клевер, кстати. Он приносит счастье. Кстати, да, заценили, в чем я одета? Вообще, это мой любимый стиль, на самом деле, одежды. Это какие-нибудь лосины, тапки не на высоком каблуке. Я уже 100 лет на высоком не носила. И вот это типа платье, типа туники в октагон. Сейчас, наверное, уже в октагон. Нет, накачаю пресс и буду в октагон все равно ходить. Эти говорят, ты мама, давай уже нормально одевайся. Как старая взрослая женщина. Как все. Нет, я буду молодой, красивой мамой, стройной, чтобы никогда никто не догадался, что у меня даже есть ребенок, когда узнали, что у меня есть офигенский крутой мужик. Все сказали, вау, нифига себе. Но ты никогда не подумаешь. Даже так приятно. Все, побежала памперсы, тра-ля-ля. В Ашане на Мэри снова распродажа. Эски, все такое, блин. А я уже полюбила. Получается 15 рублей штука, если брать эски, 82. А ну-ка. А эски у нас что тут? Килограммы какие? От 4 до 8. Ага, а памперсы от 5 до 9. Надо подумать. Это только эски и тройки. А тройки от скольки? Ладно, не буду вас грузить. В общем, я тут быстро перемножила, потому что я не хочу Мэрис покупать. Не знаю почему, они не тянутся. Мне не нравится, что там нету особой резиночки. А они еще и дороже получаются. Мне понравились памперсы. Вот эти вот. Так что я их возьму. 3 пачки. Они получаются по 13 рублей, а Мэрис по 15. Вот такой я счетовод. И да, кстати, я брала вот эти памперсы. В принципе, они ничего по качеству, по всему. Вот единственный косяк, блин, когда столкнулась, что там нет индикатора. Ну, блин, сдалека не посмотришь, поменять его надо или нет. Нужно потрогать, пощупать, насколько он там все это сделал. Но когда есть индикатор, как-то удобнее. Так что вот 3 пачки. Смесь теперь. Вот наш безлактозный нан. 688 рублей. Сколько брать мне его, я не знаю. 4 взяла в тот раз, на неделю мне хватило. Взять больше, что ли? Возьму больше, он же не пропадет. Точно. Ну, я и затарилась. Просто вообще, как будто на Северный полюс куда-то собираюсь. Ну, пусть будет, блин. Такая, о, телепродукты. Подхожу и первым делом конфетки. Да, вот мои продукты. В прошлый раз обломали меня. Взяла свой любимый Ротфронт. А оказалось, что я суп овощной пробила. Хочу конфетки, скорее, скучала. Они закончились. Сейчас возьму целую пачуху. Вот они, смотрите. Сейчас это будет любовь. Смотрите, это встреча. Да-да-да-да. Пачку целую огромную возьму. Блин, так я что-то увидела. Я пробила тогда клавишу 330, а это цена у них 330, а клавиша у них 647. Дурында. 647. Вот теперь-то все правильно. Ну-ка, проверю. Надо проверять. Батончик Root Fruit. Все правильно. Кстати, знаете, я сейчас тоже заметила, с вами разговариваю, а сама порой не в камеру смотрю. Вот мне кто-то говорит, смотри в камеру, а не сюда. Я смотрю на себя, чтобы выглядеть хорошо, чтобы никаких косяков не было, вы понимаете? Лучше я буду смотреть на себя и буду такая вся тра-ля-ля, чем я буду смотреть вам в глаза, у меня косяк на лице какой-то. Ну нафиг оно вам надо? Еще я хочу печеньки. Я просто уже просто точно времени и желания не будет заходить куда-то и брать мои сахарные. Так что я сейчас в Ашане поищу какие-нибудь приколюхи печенюхи. Хорошо, что здесь печенюхи можно попробовать. Я шучу. Нет, я не шучу. Блин, ну а вдруг они невкусные? Вкусные, кстати. Ой, вообще я люблю загорелые печенья. Ну что взять? Что-то они пахнут не очень.
Не, вот эти, кстати, вкусные, маленькие. Возьму их. Взяла. Клавиши 5-5-8. Ну, блин, знаете, в наше время нормальных печенюк днем с огнем не сыщешь. Так что надо пробовать, если вкусно, брать. 5-5-8, я сказала. Так. 5. Давай. 5-5. Печенье топленое. Мини. Мини-твини. А еще, знаете, я сейчас хожу по магазину вот более, с более энтузиазмом, потому что пока неделю мамы не было, у меня еда заканчивается, я думаю такая, хлеб не буду брать, буду есть хлебцы. Нифига, блин. Надо брать хлеб, потому что я люблю бутерброды с маслом и сыром. Не было сыра у меня, думаю, ну, в общем, я думала, справлюсь, а на самом деле я голодная такая была все это время. Ну, вы видели, я постоянно голодная. Поэтому я сейчас все возьму, пусть все будет, и колбаса, и все, с голодухи все пойдет. Сыр. Я беру, кстати, небольшие пачки, у меня сыр постоянно пропадает. Масло 2 пачки. Постоянно его не хватает. Что оно так быстро заканчивается? Хотя я не ем его так, чтобы ложками. А вот еще вы мне говорили, это возьми напитки, напитки, что в фикс прайсе, что вообще. Вы знаете, я, честно говоря, к напиткам отношусь очень, ну, как бы... Так, отрицательно немного. Ну, как бы, когда, конечно, я совсем уже сушняк, то я могу все выпить. Ну, а вообще, вот как-то вот газированные напитки. Мне кажется, там химия сплошная. Не знаю почему. Может быть, нужно, конечно, читать, можно. Ну, как-то у меня желудок потом болит. Поэтому я напитки особо не беру. Я пью чай, компот сама дома делаю. Ну, или что-то там, если в кафе и ресторанах они сами там, если варили, то можно. А так, не кайф. А вот хлеб я беру все время с отрубями. Нарезаны уже, потому что мне резать лень. Я же ленивая. Вы же знаете уже. Эти кнопки, блин, нажимать сами собой. Вот интересно, сказала я вам про комментарии или нет. Ох, ладно. В общем, торт я не буду брать, не буду рисковать. Я лучше дождусь, чтобы мне написали, что вот там то-то, то-то, тортик. Все дела. Ой, надо фарш свиноговяжий взять. Или говяжий. Котлетки сделать. Финский сервелатик взяла, очень многим понравился. Варено-копченый. Ну пусть будет. Вот, блин, с голодухи умираю, взяла бутер. И все, пошла дальше снимать, монтировать для вас. Так, осталось молочное активия йогурт, потому что у меня вместо сметаны совсем я возьму. Главное, чтобы срок годности был как можно дольше. А то же пропадет. До 7 февраля. 7 февраля. 7 февраля. Это скоро у нас или нет? Можно взять 7 февраля. Возьму 4 штучки. 4 штучки до 7 февраля. Ой-ой-ой. А здесь что? Тоже до 7 февраля. Все, я думаю, 4 мне хватит. Все, на выход. Ненавижу Ашан, ненавижу. Ненавижу покупать продукты. Не Ашан, дело не в Ашане. Дело в том, что продукты ненавижу покупать. Блин, очередь. Трэш. Понедельник, блин, очередь. Ну, я прошла целый ряд, тут очень много касс не работает. В итоге стала вообще еще самую длинную. Ну что, обратно идти? Никак. Смотрю на то, что я наложила, и хочется спеть песню. Это все мое, все мое. Да, набрала много. В общем, сейчас затариваю машину и на почту еду. Блин, в глаз что-то попало. Не пойму. Все, значит, я домой пришла, все взяла, все оставила. Теперь на почту. Отправить посылку, взять посылки, которые мне пришли. Столько всего интересного я жду. И уже должно прийти и с Алиэкспресс, и с других магазинов. В общем, буду со всем вашим всем делиться с вами буду. Вот. И что еще? Потом за Кристинкой сегодня поеду, кстати. Я говорила или нет? Да, за Кристинкой поеду. Она будет у нас в гостях. Ху-ху, что-нибудь снимем с ней вдвоем. Не, ну я захотела, чтобы вы это увидели, как я выхожу. В руках куча всего. Да. Пошла. Бланк, говорите, заполнить. Сейчас, сейчас, подождите. Не зря же я ее купила. Буду ей заполнять. Ну вот,
Все, отправила, получила 3 посылки. Сейчас на другую почту еще. Кстати, очень много людей пишут мне и желающих что-нибудь мне отправить, какие-то подарочки. Мне так очень приятно все это дело. Вот, поэтому можно отправлять. Я договорилась тут уже с адресом все дела. Ну, чтобы свой адрес не оставлять, правильно, всем. Че вот все будут знать, где я живу. Никому это не нужно. Поэтому, нет, может, это кому-то нужно, но мне это не нужно. В общем, сам это, шучу, сам смеюсь. В общем, можно теперь отправлять, все сделала. Блин, да я с таким светом готова снимать. Вау, вау, вау. Мне идет этот свет. Какое небо синее, красивое. Все, ем плюшку. Надо было попросить, чтобы ее хоть нагрели, она ледяная. Пофиг, я спешу, у меня и мало времени. Холодная плюшка. И поехали дальше. А я вот сейчас еду пока до Кристинки. Ну, просто до нее не ближний свет ехать. Но пока я еду, я размышляю. Ну, плюс еще эти пробки. Я размышляю. Знаете, скоро как будет? Значит, у меня будет новая квартира. Минимум 2 комнаты. Или огромная-огромная студия. Ну, наверное, двушку лучше брать. Я, значит, уволю маму с работы. Заберу ее с работы, не уволю, чтобы она не работала. И чтобы она больше времени проводила с нами. И если она будет... Ну, кому можно доверить своего ребенка? Только бабушке. И вот, если она будет с нами, то тогда у меня будет больше возможностей и снимать для вас. И мне кажется, она лучше за ним будет смотреть, чем я. Она будет гулять с ним чаще. Она такой у меня вот в этом смысле очень-очень ответственный человек. И она прям вообще с ним вот прям носится. Вот. И было бы круто, вот если бы она не работала, а была бы с нами, во всяком случае, проводила бы больше времени с нами. А она сейчас работает, ей, конечно, тяжело. Ей надо еще и отдохнуть успеть. Вот. И тогда вообще, представляете? Мы бы тогда выходили бы больше, у меня было бы больше времени на все. Мы бы тогда выходили куда-нибудь в рестики, в кафешки, всей семьей. Потому что одной на самом деле тяжело выходить. И плюс, пока я все смонтирую, пока все сниму, уже и сил никаких не остается. А если бы моя мама смотрела за малышом, да, я бы тогда там сняла, смонтировала, все быстро сделала, и у меня было бы свободное время. И это свободное время можно было бы как раз потратить энергию для того, чтобы выйти из дома, сделать какой-нибудь выход такой глобальный. В общем, я вот так желаю, и желаю, чтобы моей маме было много крепкого здоровья, и скоро так и будет, да. Я ее возьму на свое попечение полное, и мы будем в новой квартире, и больше места будет, будет у нее своя комната, пока. Ну или у нас будет общая, а у малого своя. В общем, решим. Все равно все эти моменты временные, но я хочу, чтобы так было. Я желаю себе этого. Пусть так будет. А вы проследите и посмотрите, когда такое будет, когда же такое случится. Но я думаю, что не раньше, чем через год. Ну, знаете, часто так бывает в жизни моей, что я что-то желаю, а потом раз, и оно случается все еще быстрее. Я думаю, бля, я планировала где-то вот через годик, да, а оно раз и раньше как-то складываются обстоятельства. Так что надеюсь, что скоро вот так и будет, да. Потому что вот таким нон-стопом, как я, это, конечно, тяжеловато, и, ну, нет. Я сразу смотрю туда, где есть возможность изменить ситуацию, но при этом все оставить, функционировать так же и даже еще более на высшем уровне. Темно. Я пришла в Кристинкины апартаменты. А где свет? Свет. Вау. Здравствуйте. Я тебе сейчас покажу. Лила, а что ты так поправилась, Лилочка? Смотри. Ну тут света мало. Где свет у вас? Света мало. Никто не увидит тебя. Вот она, девочка. Смотрите, какая красавица. Вот она. Да, смотри, все на тебя хотят посмотреть. Иди сюда. Вот она.
Вот она, собачка эта. Вот она. Вот она. Ты поправилась, а Лило? Не-не-не-не, я не буду сейчас. Лило, ты поправилась? Да. А Крестюша где? Жилюсь. Блин, какие красивые стены. Вообще супер. Ручная работа. Кололось оно, конечно, все не своими руками, чужими, но все же вообще красиво. А вот это кто? А вот это кто? Вот это кто? Красавица рыжая. Божечки, же как красиво, как красиво везде вот это вот. Я не могу. Это не то, что мои плитки, блин, дома. Смотрите. Шикардос. Здрасте. Здрасте, Таня. Нет, я со своими зрителями. Многочисленными. Нет, так одна, да. Животных ваших показываю. Где старшой котик? А там у Кристины, он наверху, по-моему. Все, пошла. Вот свет красивый. У вас, кстати, свет красивый. Я вот смотрю на себя, и такая красотка. Прям не знаю. Я забыла баночки вам. Блин, столько баночек. Да, я их специально для вас мою, храню. Да. Побежала к Кристинке. Это кто за хозяин тут? Хозяин? Хозяин? Осталось лестницу только сделать, да? Будет все идеально. Не, ну стены вообще шикардосные. Я что-то показываю. Ты не против? Подписчикам. А что ты такая красивая? Красивая, спасибо. Офигеть, какая ты красивая. Это она на встречу со мной. Она, походу, влюблена в меня. Обычно девушки влюблены. Иди сюда. Иди сюда, вот этот свет хороший. Все интересуются же. А что со светом? Что с этим цветом волос у Кристины? Да? Мы ничего не делали, да? Да. Будем еще раз там. Красотка моя. Будем осветляться, кстати? Ну, пока видишь, оно пятнами там, это, я думаю, да, не стоит. Что, отпускаем, да, пока? Ну, я светлая, но белая, но пятнами идет. Я лучше вот как бы выровняла, она более так. Ну, в целом все хорошо. А кто говорил, что не пойдет Кристинке свет? Давай вот ушки вот так. Но я все время вот так раз-раз такая на камере. Не, мне очень нравится. И светленькая, ей очень хорошо. Ее это освежит. Я всех твоих зверей показала. И твои стены. Они дались? Они дались. Нет, Дашка только, она это, убегала. А Лило? О, Вика. Вику не покажу, она в домашке. Блин, а вот так смотри, вот сзади вообще такой красивый фон, такие двери шикарные. Короче, у вас так шикарно все. Не, я не все показываю, я показываю все. Чисто люкс, показываю люкс. Все остальное там вещи где-то бросаны. Вот-вот, красивый свет у тебя здесь, смотри. Ты когда будешь снимать влоги, вот так вот снимай, вот здесь прям снимай. Где там стройка полная? Давай так и сфоткаемся. Рабочий момент называется. Это мы к селфи готовимся. Ладно, давай. Ты сфоткала? Нет. А еще мне у Кристинки нравится вот это вот дерево. Оно такое шикарное, правда? Я хотела такое купить, но, блин, оно дорогое. И знаете, что еще? У меня мало места, мне некуда его ставить. Разве что на голову себе и ходить вместо короны. Лила! Лило! Иди сюда, Лило! Лило! Иди, Лило, сюда! Лило! Лила! Лила! Лилочка! Лила! А что она не идет? Да я же хочу показать. Иди сюда, Лил! Иди сюда, иди покажу тебе, красавица, зрителям. Хотя, смотрите, это Лило. Это Лило девочка, красавица такая. Ты маленькая собачка такая, зайчка. Вот такая девочка. Все, Лило, пока. Мы пошли. С любой стороны. Ну иди, вечно эта коляска. Чего, сильно? Да жестко вообще. А что ты там не села? Крис, сегодня какой-то кошмар. Крис, твою машину там. Слушай, она записывает. А? Она записывает, оказывается. Ой-ой-ой. Села? Да. Отлично.
Так, дубль 2 снимаю, на почту опять иду. Офигеть, в понедельник вечером на почте такой ажиотаж. Может, рассосался народ уже? Я узнаю за свою посылку. Пожалуйста, рассосись, народ. В коридоре уже не стоит. Так же много. Не, ну уже поменьше. Офигеть, уже больше месяца мне идет посылка. Полтора месяца уже идет. Крыш какой-то. Просто. Ну и что, мои хорошие? Фикс прайс, только теперь с Кристинкой. Сейчас Кристина выберет продукты, которые мы будем вам показывать, пробовать. Да. Ну и посмотрим, что новенького здесь у нас есть. В нашем фиксике. Новая коллекция это должна быть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть! Новая коллекция. Смотрите, сколько всего. Да, у меня новый рюкзак. Вау-вау-вау, сколько всего. Вау-вау-вау, вообще все про любовь. Я, наверное, себе много чего наберу здесь. Потом покажу в покупочках. Не, ну я просто не могу сказать. Я просто не все буду брать. Но здесь такие милахи. Смотрите, вазочка. Love. Блин, все, что связано с любовью, это же вообще круто. Какие классные стаканы. А там еще мишки и слоники целуются, господи. Прелесть, наклейки. I love you. Куча-куча всяких каких-то вот уже наклейки. Эти валентинки. Что это такие? Рамки, сердечки. Море всего. Ура, вообще, ура, ура. Да здравствует любовь. Да класс. Ой, какие прищепочки вообще. Это фотки вот так повесить можно. Вот это я точно возьму. Не, коробочки. Вы видели коробочки вот эти? Тема. Блин, я не могу. Девочки. Мне кажется, в этом году с Fix Price будет просто любовь. Ты продукты выбираешь? Бери корзинку, убирай продукты. Я просто покажу то, что я брать не буду. Но это клево. У меня просто есть уже сердечко. Мелками, еще и разноцветными рисовать. Крутятся. Крутятся. Она еще и магнитная доска. То есть ее на магнит и все, и пишешь мелками. А у меня не магнитная, у меня на подставке магнитная круче. Наклеечки. Ла-ла-ла. Ой, прелесть. Надо примериться-то. Вдруг она мне не пойдет. Как тут забудешь, когда так любишь? Да, мама с малым приехала сегодня. Ну кися, ну кись. Кись, все, приду сейчас, я настрочу тебе видюшек малого. Все, давай. Надо, надо. Все, давай, Кися. А видели, видели? Типа Луи. Тема. Кстати, очень красивая бумага для упаковки. Она такая ребристая, голубенькая, беленькая, с сердечками. И розовая. Вообще розовая шикарная. Мои хорошие, я дома! У-ху! Все мои в сборе. Чего там такое? Малой спит? А я ору? Ну вообще. Мои хорошие, я дома! У-ху! Все мои в сборе. Чего там такое? Малой спит? А я ору? Ну вообще. А мы завтра гулять пойдем, наверное, да? Кристинкой пойдем гулять. Но одной, потому что, ну, тяжело выходить. А вот когда кто-то взял на коляску, вся на энтузиазме. Клево. Ладно, мои хорошие, я пришла домой. Короче, я набрала кучу всего. Тут и посылки, и покупки, и еда будет фикс прайс. И к Валентина фикс прайс. В общем, много всего. Все сейчас будем снимать. Ой. В общем, увидимся в следующем видео. Целую вас.